Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. В то время как в Конгрессе, или лучше сказать в Штатах, продолжают обсуждать новые меры экономического стимулирования, мы следим за тем, что происходит с долларом. Друзья, уже не раз подчеркивалось, что до тех пор, пока американские конгрессмены, законодатели не договорятся с Белым домом и с Байденом по поводу экономических стимулов, вот этого фискального пакета госпомощи, ну не знаю на какую сумму в итоге, пока обсуждают 1,9 триллиона долларов, мы не увидим той динамики по баксу, которая нам бы хотелось. Нам, я имею в виду продавцов. Ранее мы ставили на снижение американского доллара, потому что лично я очень поверил в предвыборную инициативу Байдена, который, в принципе, обещал, что как только он придет к власти, он точно сможет протащить пакет госпомощи через Конгресс и даст экономике столько денег, сколько, по его мнению, сейчас необходимо. Ну, разумеется, 1,9 триллиона долларов – это сумма, которая была взята не с потолка. Это следствие совещания с экономистами, общего анализа и разбора полетов и, в принципе, следствие того, какие сектора и сколько должны были в итоге получить, чтобы оправиться от последствий ковида. Но, как мы знаем, сейчас республиканцы, которые все-таки сохраняют еще довольно внушительный, скажем, голос в Конгрессе, чинят препятствия и не дают пройти этому пакету помощи. Они вроде бы как и готовы одобрить новые стимулы, но в гораздо меньших объемах. Вот последнее предложение от республиканцев на 615 миллиардов долларов. Это гораздо меньше, чем та сумма в 1,9 триллиона, к которой мы уже, в принципе, привыкли. Крест на вот этих масштабных стимулах ни в коем случае ставить не нужно. Я уже отмечал, что Байден просто обязан сейчас все-таки дать экономике ту сумму, которая была озвучена. Ну, может быть, ладно, я допущу, что общая цифра, конечная цифра будет немного скорректировано, но не в три раза. Поэтому, друзья, если вы, в принципе, видите все те причины, которые должны были привести к снижению доллара и приведут после того, как экономика получит такой огромный пакет ликвидности, вы, в принципе, должны по-прежнему ставить на снижение курса американского доллара. Сейчас на финансовых рынках довольно интересная ситуация, потому что если пробежаться, окинуть взглядом все финансовые инструменты или, скажем так, сегменты финансовых активов, защитные и рисковые, мы сможем увидеть удивительную динамику, потому что у нас в моменте растет американская валюта, которую многие по-прежнему считают и называют защитным инструментом. И параллельно с этим, друзья, мы видим рост американского фондового рынка, который является эталонным представителем рисковых активов. Вот обычно такой динамики в принципе не может быть, но сейчас то, что мы ее видим, это доказывает, она подтверждает тот факт, что рынок сейчас безидейный, рынок просто мечется под воздействием разного рода новостных вбросов. И сейчас восстановление доллара – это отчасти разочарование не в том фундаменте, который ранее сложился и не оправдался, а разочарование в том, что победа для продавцов бакса в виде анонса экономических стимулов не пришла так быстро, как они хотели. Поэтому в сухом остатке, друзья, даже несмотря на то, что индекс доллара сейчас котируется на отметке 91 пункт, я считаю, что доллар также быстро потеряет то, что он набрал в последние дни, как только, в принципе, на рынке появится новость о том, что демократы и республиканцы договорились и одобрили пакет экономической помощи, который был представлен Белым домом. Джанет Йеллен, видя, как, в принципе, теряется время, сейчас Джанет Йеллен, как вы знаете, с некоторых пор возглавляет Министерство финансов, вновь выступила накануне заявлением о том, что экономические стимулы сейчас жизненно необходимы, и снова повторила тезис на свою риторику того, что в противном случае
американскую экономику ждет более затяжная и глубокая рецессия. И, кстати говоря, сегодня состоится экстренное заседание Минфина, американской комиссии СЕК и ФРС. Будут обсуждать волатильность в связи с ростом и последующим падением акций GameStop. Может быть, в каком-то формате обсудят перспективы фондового рынка дальше. И если нам удастся получить и дождаться какого-нибудь тандемного заявления Минфина и ФРС о том, что они будут давить на Конгресс и все-таки пытаться убедить американских конгрессменов принять экономические стимулы в потребных объемах, это может привести к тому, что индекс доллара реально развернется даже до конца текущей торговой сессии. Но это, конечно же, сверхоптимистичный сценарий. Это произойдет только после того, как официально мы увидим новость во всех средствах массовой информации, что новые экономические стимулы одобрены. Также сегодня блок статистики в 16.15, буквально за 2 дня до пятницы, нонфармов, мы будем разбирать частную оценку ADP по рынку труда. Посмотрите на прогноз, друзья, нас сегодня по цифрам, скорее всего, ожидают жалкие показатели роста количества новых рабочих мест 45 тысяч. Это смешно, учитывая то падение данного сектора, которое наблюдалось ранее. И еще отчет в сфере услуг 18.00 по московскому времени, тоже исключительно слабые цифры. Пожалуйста, слабая статистика как дополнительные аргументы, довод для сомневающихся республиканцев и представителей американской власти, что нужно торопиться и нужно перестать уже зажимать эти деньги. Золото 1840, в принципе, новостные изменения, связанные с комментариями и слухами относительно того, что будет с пакетом экономических стимулов, меняются цифры в заголовках. Это бьет, разумеется, по всем финансовым инструментам. Золото тоже не исключение. Рост американской валюты вчера стал причиной локальных распродаж золота. Сейчас 1840, но опять же, к отметке 1840 мы падали уже не раз. Это, если откроете 4-часовой таймфрейм, увидите, что рядом с этим рубежом проходит довольно устойчивый восходящий тренд, линия восходящего тренда. От этого значения золото не раз уже отбивалось. Нефть 57.63, локальный максимум 58. Мы сделали очередную цель, друзья. Я думаю, что можно ставить выше, на $60 за баррель. Тем более, что сегодня 18.30 будут данные по запасам нефти. Отталкиваемся от отчета Американского института нефти, который подтвердил снижение запасов, и это традиционный фактор поддержки для котировок нефти. Но основной рост нефти сейчас происходит благодаря поддержке отчет ОПЕК+, из которого следует, что в прошлом месяце страны-участники энергетического пакта увеличили добычу примерно на 130 тысяч баррелей в сутки. Казалось бы, рост добычи на фоне подавленной экономической активности – это негативный фактор для котировок черного золота. Но не сейчас, друзья, потому что с 1 января у стран ОПЕК была возможность поднять производство на 500 тысяч. То есть реальный показатель роста оказался гораздо ниже. И в этом как раз высматривают готовность стран ОПЕК+ действовать по производству в соответствии с спросом, который присутствует на финансовых рынках, и, другими словами, готовность ключевых нефтедобывающих регионов реагировать на падение спроса соответствующим снижением предложения. Не буду нахваливать страны ОПЕК+, они, безусловно, прежде всего продолжают исходить из потребностей, экономических потребностей собственных бюджетов, но как ни крути, все-таки текущий уровень их производства доказывает то, что для них дисциплина сделки ОПЕК+ это не пустой звук. Если производство нефти в конце концов останется на текущих значениях, либо будет снижаться дальше, то рынок нефти сможет получить дополнительную поддержку. Сегодня техническое заседание ОПЕК, я думаю, что никаких серьезных новостей не будет, но мало ли, не будем недооценивать этот новостной фон. Ждем 60. Евро против доллара 1.2042. Повторяю, друзья, то, что поближе к планке 1.20. Это очень хорошая возможность, чтобы заходить на долгосрок в длинные позиции, тем более, что банки, на которые мы ориентируемся, и Citi, и Bank of America, они еще в конце прошлого года рекомендовали выкупать пару евро-доллара на каждом локальном снижении. Есть новостной фон, которым пытаются объяснить снижение евро из-за слабых данных по экономическому росту, из-за того, что вакцинация в еврозоне идет не такими темпами, как в США и в Англии, но это все ерунда. Евро падает на фоне
фоне роста курса доллара. Поскольку по доллару разворот может произойти в любой момент, разумеется, рисковые активы также способны вырасти быстро. Доллар-канадец 1.2780, ставка 1.30 в приоритете, американский фондовый рынок в одном шаге от обновления исторических максимумов. Я вас предупреждал, друзья, то, что S&P точно доберется до 4000 пунктов, и до этого уровня осталось совсем чуть-чуть. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.